Здесь представлено, вот мы говорим о корнях, мы говорим о настойках. В данном случае, например, как делается настойка. Вот это пример, например, мы ориентировочно взяли пример корень девясила, и здесь наставится на спирту сам, например, корень. Значит, да, это пример получается экстракт, потом он еще разбавляется. В основном корни 1 к 10 приводятся. Здесь, конечно, полностью 100% экстракт. Здесь, вот, допустим, шишки сосны. Значит, так это противоопухолевое средство, и средство для иммунной системы. Так оно как бы в спирту, оно дольше хранится, идет экстрагирование. Потом эти шишки на специальном оборудовании разбиваются, потому что там внутри тоже интересные свойства. Потом делаются различные пасты. И кремы, и свечи, ну все остальное делается с вот этих вот материалов. Ясно. Действительно, у вас тут целая кладовая здоровья, и все эффективное, настоящее, природное. Так что будем желать, чтобы, конечно, все приходили сюда к вам, потому что здоровье есть здоровье. Да, можете приходить к нам, можете просто самостоятельно изучать свою родную природу, потому что очень многие на своих огородах, да, не зная эти растения, их просто выпалывают беспощадно, садят, например, картошку, там эту картошку брезают там различными препаратами, а растения, которые, например, могут тебя исцелить, оно как бы срубано. Просто нужно просто знать свою родную природу, потому что природа – это наш родной целитель. А что может быть сильнее, чем природа?